Вот погода, конечно, все испортил. Так, я ехал сюда 2000 километров от Иваново до Ставрополя. Сначала до Москвы от Иваново, а потом уже до Ставрополя. Мы выбрали BMX, потому что баба любит Мне очень нравится этот контест. Это первый мой контест. И пока у меня все получается. Как сложно поделать трюки. Привет всем, меня Антон Евсеев. Меня зовут Макс Углов. Сейчас мы находимся в городе Ставрополь, где сегодня должен был пройти замечательный контест в этом прекраснейшем скейт-парке. В итоге мы не успели провести квалификацию до конца. И контест проходил вот здесь, под шатром, в этом уютненьком месте. К сожалению, погода немножко подвела. К сожалению, еще раз повторюсь, не удалось в этом парке раскатить. Но соревнования удались. Все случилось, всех наградили, все стремились, пацаны, уровень вообще местных ребят достаточно вырос. Очень много молодых ребят, очень много молодежи, которые катаются, это очень приятно, это просто, ну, просто глаз радуется видеть чуваков молодых, катающихся уже там в таком возрасте, делающих такие трюки. Вообще хочу поблагодарить организаторов за то, что развивает скейтбординг и вообще эту всю культуру, скейтбординг, BMX-ролики, всю эту, так сказать, как сказали обычные люди, неформальную культуру, но эта культура уже давно мировая. Спасибо за приглашение. До скорых встреч. Это Макс Углов, специально для Ставрополь Лайф. Пока.